Любишь видосики про сиреноголового? Тогда успей поставить лайк за 5 секунд на это видео. И напиши в комментарии, какого еще монстра ты хочешь видеть в моем видосике. Успели поставить лайк, большое вам спасибо, вы лучшие! Хей, здорово, чуваки, с вами Ролюха, и добро пожаловать в игрушку под названием GTA 5. Сегодня мы будем продолжать играть за сиреноголовых, но сегодня мы будем играть за светофора голового, это я за него буду играть, и вот, у меня есть напарник, как бы, да, это лампоголовый, а точнее... фонароголовый, да, не лампа, а фонароголовый, или как там, лампа, фонара. Ну, короче, сами, как хотите, так и называйте. Итак, сегодня мы с ним будем рушить весь город Лос-Сантос. Да-да-да, друзья, поэтому уже можно начинать. Погнали! И давайте, опа, парашют. У меня даже парашют есть. Вот это да, ну-ка, прыжочек. Опа, летим, опача. Крутота, ребят, да, крутота. Ну, какие у нас есть способности, давайте мы выберем какую-нибудь способность крутую и просто здесь все, ребята, разрушим. Ты чё? Не понял. Смотри, он меня немного почикал, поцарапал меня чуть-чуть. Так, иди сюда. Сюда иди. Опа, наподнимаем мы эту машиночку. Смотрите, мы ее просто подняли и давай рушить. Опа, на. Красота. А вот напарник мой что-то мне помогать не хочет. Ты будешь мне помогать или нет? За нами уже как бы менты едут, а ты мне все еще не помогаешь. Давай рушить вместе. Не... Ты мне не помогаешь, нифига. Давай, опа, поднимаем челика. На, просто, на. На, фига мы тачку поломали. Вот это да. Да. Эй, ты где, братан? О, все, он пошел к ментам. Нифига ты, нифига он разнес его. Вот это да. Видали? Вы вообще-то, смотри как. Где он? Он где-то здесь? Он на крыше? Вот тут вот он, где ты? А, вон, он где-то здесь, короче. Он, короче, мне, ребята, помогает убивать. Да, фонароголовый помогает мне убивать полицейских. Это очень круто. Давайте мы сейчас, короче, добежим до полицейского участка. И там мы продолжим с полицией, так сказать, играться. Так, вот сюда вот мы сейчас добежим. Вот здесь у нас, ребят, полицейский участок. Так, давайте, короче, получается, что мы сделаем. Давайте мы, во-первых, залезем к ним с крыши. Я вот так хочу к ним с крыши залезть. Сейчас я вон туда вот проберусь к ним. Опа, ча, сюда. Ча, мы прям у них в логове. Нифига у нас фонарик. Светофор, точнее, сияет. Как фонарик, блин. Фига, блин. Красный, зеленый и желтый цвета, ребята. Итак, ой, аккуратненько так что пролезаем сюда. К сожалению, у нас светофора головы очень такой быстрый. Им довольно-таки сложно управлять. А тут, ребята, у нас никого нету. Вот это да. Все просто разбежались. А вот мент. Нет, нет, на тебе, просто так вы меня не возьмете, на. Получай. Тогда я вот эту способность сейчас мы в них камень будем кидать. На. Просто, блин, раскидали. Так, а давай-ка мы вот в эту тачку сейчас камень кинем. На. Крутяк. Фонароголовый, ты где? А, фонароголовый? Где он? Братан, ты где? Ты где-то здесь? А вон ты. Ты на крыше, а уже улетел туда. Не, красавчик. Короче, мы вместе с ним сейчас все это проворачиваем. Так, давай берем камень, тоже кидаем. На, нифига мы порубили. Посмотри, мы просто порубили челиков. Берем, давайте, вот эту часть. Сейчас мы тачку будем. На, давай в тачку кинем. На, крутяк. Так, стоп, опа. Так, выкидываем его. Куда поехал? Сюда иди. Опа-на. Способность. На. Так, опа, ФБРовцы, сюда иди. Опа, вылезаем, кидаем. На, сюда иди. На, что-то я не вижу. Сюда иди, опа, на, получай. Опа, опа. На. Предлагаю сейчас, ребята, нам сбегать. О, фонароголовый, привет, нифига ты там исполняешь. Вот это да. Так, ребята, короче, погнали. Я думаю, сейчас мы поедем, точнее, побежим на своих двоих. Опа-на. Знаете куда? На военную базу. Да, я думаю, на военной базе было бы прикольно сейчас повоевать с военными. Да-да-да. Так, поэтому давайте мы сейчас к ним добежим и устроим там хаос у них просто. Сейчас, ребят, секундочку. Надеюсь, то, что наш напарник фонароголовый за нами добежит. Ну, я думаю, добежит, конечно же, да. Он уже где-то позади нас. Ребята, а? По идее, он к нам бежит. А, вон он летит. Или нет? А, это, погодите, это вертолет. А, вот, а, стоп, а вот он, нифига, прилетел.
Хорош. Вот это он к нам добрался довольно-таки быстро. Так, ребят, хочу сейчас вот на военную базу прибежать, получается, вот сюда. Итак, давайте мы прыгнем. Так, прыжочек. И прямо туда. Опа, стоп, мимо. Вот так вот. И просто сейчас мы у них разрушим здесь все, что у них здесь есть. Бум. А у них здесь почти ничего и нету. А, вот вертолет появился. На. Сюда иди. Опа, поднимаем. И давай мы его кинем просто, я не знаю, куда. Куда-нибудь сейчас мы его так закинем. Вон туда вот, прямо на дорогу. Ай, не долетели. Ну да ладно. Прыжок. Итак, не вижу. Вертолет? Ты где? Фонароголовый, помоги мне. На. Так, фонароголовый, ты где? Я тебя не вижу. Братан, ты где? Где-то он тут. А, вот он здесь. Вон он. Ага, прикол, фига он там прыгает, конечно. Крутяк. Так, дай прыжочек. На. Так, бежим. Опа-на. Так, бежим. Так, стоп. Хочу тут поломать всю военную базу у них. Так, возьмем вот этот цистерну. Кинем сюда. Танк. Так, давай, короче, мы возьмем вот такую способность уже, новую. А нет, у нас это и была, погоди. Вот эту вот нам надо. Так, стоп, сейчас мы танк поломаем. Эй, блин, это мой танк, стой! На! Видал? Погоди, чуть не получилось. Куда он пропал? Он танк поломал, блин, это я его хотел сломать, ну да ладно. Так, хорошо, давай вот такую способность возьмем. Блин, иди отсюда. Опа-на. Танчик. Бум. Фиган подлетел. Мы его поломали просто. Видали? Вот это да, это было круто. Итак, давай бежим сюда. Не вижу. Где я? Так, погоди. Ты чё тут? О, на меня военные. На, ты чё, блин? Ты чё, негодяй? На, получай. На. Где мы его просто порубили? Почти. На! Нифига! Видали мы как... Все, отвали. На! Ой, нас повалили. Стой, стоять! На! Вот так-то. Бум! Разлетелись все. Крутяк. Так, бежим. Так. Давайте попробуем скрыться сейчас от полиции. Так, получится ли у нас скрыться от ментов? Сейчас мы это попробуем провернуть. Так, бежим. Ой-ой-ой, аккуратно. Ой-ой-ой, так, стоп. Так, аккуратненько. Опа, сюда, опа-ча. Вот тут, скроемся ли мы сейчас от ментов здесь? С нашим напарником. Только напарник бы нам бы сейчас не привел бы этих ментов. Так, ждем. Фига, мы, конечно, сияем вообще круто, ребят, согласитесь. Сияем мы, конечно, жестко, да. Так, ну, по карте вижу то, что звездочки у нас моргают, нас уже ищут, как бы, да. А вот напарника я своего еще пока что не вижу, к сожалению. Где-то он там заблудился, что ли? Где он там пропал? Эй. Ладно, ребята, стоим, ждем, пока звездочки пропадут. Ждем. О, наконец-то, друзья. Все, пропали у нас звезды розыска. Это просто крутецкий. Это очень круто. Где наш напарник? Он где-то вот здесь вот, что ли, обитает? Где он вообще пропал? А, вот он. Наш напарник вот здесь. Что он тут делает? Он где-то застрял? А, нет, а вот он прибег... Вот он к нам прибежал. Ай-яй-яй-яй, ты что делаешь? Да, ребят, прикольно, конечно, получилась битва у нас сегодня. Немножко мы так поиграли с нашим фонароголовым, да. Ну, я был за светофороголового. Если вам понравился такой видосик, то обязательно ставь лайк на это видео. Подпишись, чтобы новые видосики никогда не пропускать. Видосики выходят абсолютно каждый день. Никогда их не пропускай. Нажимаешь на колокольчик, чтобы точно их не пропустить. Ну что, желаю всем удачи. С вами был Райлюха. Да, удачки всем. И пока-пока. Всем покедова.